последнее время все чаще в детской школе искусств проходят неординарные концерты с изюминкой. Так, в конце прошлой недели преподаватели и ученики ДШИ подарили словучанам концерт с посмешкой. Это аккордеонистов даже внешний вид уже вызывал улыбку, а песня тем более. Попурри из золотой коллекции советских комедий были весьма неплохими, но немножко длинноватыми. Да и улыбались в основном только взрослые. Преподаватель детской школы искусств Нечипаренко сыграл старомодный рок-н-ролл, чем порадовал поклонников рока. А преподаватель по классу гитары Илья Шов смог передать ощущение детективных звуков и черепашьей задумчивости. Необычайно ироничными были Давид Баратов и Максименко Ростислав. Как всегда, неожиданно, слаженно и немножко язвительно колкими было трио «Нота Бена» с недетскими вкраплениями.
Ближе к финалу концерта блеснул образцовый хореографический ансамбль «Славутич», пожалуй, самой знаменитой украинской композицией о сложностях любви. А ты сказала, понеділо, підемо разом по барвину. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з морозом звела. Разів 40 я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розвела. А ти казала усереду, підем разом по череду. Я прийшов, тебе нема. Традиционное браво и аплодисменты. С надеждой, что в ближайшее время мы увидим отчетные концерты всех отделений детской школы искусств.